Всем доброго, здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушать. С вами Юлия и Мишка. Всем привет. Ребят, это игра под названием Кейман Варриорс. Я думаю, вы ее помните. Мы возвращаем наших детей. В общем, здесь, я так понимаю, будет уже какой-то Мэд Макс. Кто за руль рулить сядет? Будем. Ну ты давай рули, а я буду... У меня прав, правда, нет? Ну ладно, я поехал. А, слушай, я тоже могу стрелять. В общем, смотри, я могу газовать и тормозить. Я еще какие-нибудь кнопки могу жать, интересно? Юль, ты можешь... Это не та кнопка. Остановка не наша. Высадите меня. Погоди. Тихо, газую. И, ребят, новая тактика. Мы в комментариях уже пообщались с вами. Не забывайте подписываться. Многие, кто без подписки смотрит, нажмите просто кнопочку. Да, поддержите нас, Мишка, и лайк. Будем жить новой тактикой, да, все. Если вам нравятся игры, наш канал. Потому что в комментариях много говорить. Да, будем ее теперь придерживаться. 5 лет одна тактика, 5 лет новая. Все. Ну, а мы будем сейчас... Мы долго до этого, да, доходили. Ну, как вот эти люди. Это наша... О, Мишка, батарея. Да я не могу как-то перепрыгнуть так, чтобы... Нормально все, видишь, я отстреливаюсь. Рынь, догадынь, все, гони. Точно, твоя игра. У тебя еще морда такая смешная, вот в момент. Ты не стреляй, я иначе не понимаю, я куда прицеливаюсь. Ну, извините, как... А то есть мне что, ну мне хочется пару пошмалять. Че я буду какой? Я не просто рулевой, я еще стреляю. Стрелёй. Что-то, по-моему, собака слишком это за шею схватилась. Походу, кислород перекрыла. Кровь, Мишке. Кислород не идет к мозгу. Работаю плохо. Но для нашего транспорта самое то. Так, слушай, стреляем. Все, да я вообще штырь. Стараюсь. Миш, ты четко прям. Сейчас скоро опять появится. Лимит скорости какой-то. Там еще реально ты Мэд Макс какой-то. Так, что делать прям? Вроде ничего. Нас еще за... Стой, да что ж ты? Да когда-нибудь перепрыгну. Тебе надо чуть это, чуть. Чуть сама, садись за руль сама. Вот давай сядь сама и поедь. Я пошутил, ты что? Я думал, ты не будешь. Ну ладно, давай. Нет, давай метнемся, давай, все. А что делать-то? Газуй курком. Все, давай, прыгай. Чё так, сейчас нормально, я еще не привыкла. Ты давай, разгоняй, стреляй. Разгоняй булки. Все, видал? Мы же не как в Флинстоунах ногам долгали. Все, сейчас. Еще за нами какой-то упырь. Юль, прыгайте. А, блин, я слишком разогналась. Да. Слушай, я тебе сейчас это, давай. Давай, стреляй, ты что пропускаешь? А ты не видишь, что ты сшибаешься? Да это не надо. Это короче, баба за рулем к смерти. Нормально, ты стреляй, давай, смотри, что делаешь. Ты можешь это, как его? Да не прыгай ты чё? Ты чё, издеваешься, что ли? Мама, ладно, меня динозавра больше убила. Больше ты за руль не сядешь. Ну не, на самом деле, это же был прикол. Да, конечно, мы лишили жизни нашей. Надо чуть позже, видать, Миш, прыгать. Знаешь, давай просто я поеду. А, это труп. Это да, я тогда его тоже перепрыгнула. Вот его я смогла перепрыгнуть. Косплеил скалу просто, на самом деле. Вот смотри, давай попробуем. Ну надо же! Видал? Ну надо же! Все, если что, ну почти. Так, отбиваемся. Видишь, Юль тебя научила. Потная катка какая-то. Задача учителя не сделать, а научить. Точно. Так, стреляем, чтобы он... Все, ушли вон отсюда, вонючки поганые. У тебя, не видишь, дуло остыть должно. Не видишь, сверху синька закончилась. Подожди, пока накопится. Так, сейчас. Сдристой, давай. Я подбавлю. Да что ты будешь? Миша, ну на самом деле. Тяжко, очень. А как это да вот все? Да, надо было заранее прыгнуть. Ладно, чекпоинт, есть фикс. Ну пофиг, мы походу здесь батарейка заработаем. Игра-то непростая. Сейчас еще босса не хватало. Я не могу в него стрелять. Заставка. Но! Откуда у него ствол? У него пушка. Карминатор? Кевминатор. Так, все ясно. У нас тут... Мишка! Я буду пытаться. Газ давай по полной, Юль, все, отлично. Ой, понял. Твоя задача, смотрю, тут гораздо сложнее, чем моя. А я могу его пули, если что, отбивать, походу. Да, пули можно отбивать, правда. Слушай, иди, мне кажется, он... отсюда, псиномор. Не выдержит, если честно. Нас... А что, главное, у меня так жизнь немало. Тебя перегрелось. Погоди, дуло перегрелось. Едем. Чуть-чуть осталось. Сейчас опять будет волна. Стреляем. Все мне достается. Так, аккуратненько.
Ох, надо же, хоть что-то преодолел. Ай, голову, Юль! А, его походу это... Идем, добиваем! Все, а из него должно выпасть что-то. Все. Миш, ладно. Забрал, добиваем еще. А погоди, эй, я в женщину превратился. Нафига? Я не хотел. Ты эволюционировал. Ну, по нынешним меркам, да. Я принял свое тело новое. Мне нравится. Какая актуалочка пошла. Да, блин, а что ты как много заработала? Да. Мы куда пойдем? Нарыло. Давай, да, у нас только один вариант. А мы даже ни одной бутылки не собрали. Так, мы доехали, подрались. Одну батарейку. Я никак не пойму. А, все, понял. Видишь, типа сражались. Слушай, а если бы я был... А, все, я вовремя сменил. И досражались. Да. Так, сейчас мне пора это обратно вернуться. А как это? Все, ускорение. Так, учит нас синим, что ли? Походу, да. Гор. Как он его? А еще вот эта обезьяна. Угу, все. О, отлично, мне нравится. Ну, значит, я буду синеньким, ребят. Запоминайте мое новое тело. Альтер-эго. Фига, он рожами стреляет. А как, что они недалеко так летают? Ой! Мне надо было. Сейчас, погоди, запускаю. Пошли. Почему не двухголовый? Сейчас, я можно себе вот такую выберу женщину? Нет. Она просто мне больше нравится. Это бывший да я. Что ты все собираешь? У тебя жизнь полная, что тебе нужно? Свали отсюда. Пойдем быстрее, мне кажется, здесь добром не кончится. Так, дал, отлично, как пока я спасла Юль, твою шкуру просто. Все, он пусть танцуется. Смотри, вот так. О. Блин, прикольная игруха. Видал? Это что, вырвалось. Мастер. Ай, ты видал, как я батарейку взяла? Да ты что, Юль, я запомнил всю жизнь батарейку. О, стой, а что, сыр, что ли, что там? Ну, все понятно. Надо все не забывать, Миш, что здесь бывают секретки. Хорошо. Рожа. Блин. Убить уже, например, быстрее. Ну вот, видишь? Ящики разбивай. Разбиваю, я не успела. О, слушай, я могу наварить сейчас... Ах ты, псина безродная. Ай. У меня сегодня режим этих, псин. Миша, мне надо срочно жизни. Ну, прости, не могу на шамане. Да блин! Это не жизнь, это геймбой был, иди сюда. А, нет, сейчас... Он отсюда отошел. Да у тебя полный. Помогите. Убился, ты видал, как это? Да, мощь. Это он от моего интеллекта. Все, видал, как это 100 тонн ранен. Ай, попал. Ай-яй-яй. Что это за змей? Слушай. Вот тебе. Ловушки какие-то еще. Так, здесь нужно с бэхи. Да нет, не с бэхи, кстати. А сюда можно, кстати? Тут стой. Блин, ну я вообще-то... Да чтоб вас разорвало, псы! Так, Миш, я один. Я сейчас боюсь... Ну, я на самом деле, ну, не специально. Ты видел, у меня не было выбора. Слушай, давай аккуратнее. У нас не бесконечная жизнь. Давай без всяких секретов хотя бы доберемся до того самого. До конца, я имею в виду. Все. Тебе что... Блин, мне надо дальнобой, нафиг это нужно. Вот, брать. Я, видишь, взяла. Как же он там стреляет? Вот похарит. Погоди. Да блин! Курочка. Все, мой любимый мужчина здесь. Собачка. Понятно. Началось. Все нормально. Попал. Вот это вот мне нравится, смотри, просто. О, быстрее, еда, я люблю тебя. Погоди, вот здесь еще что-то есть. Думаешь, секреточка? Фига себе. Фига, он, кстати, подпрыгнул. Ну как? Это плохо. Ой, за что? Юля, побежали. Миш, прыгай вот сюда, он тебя здесь не достанет. Получил, кстати, тупой башки. Вот жалко, ну, Юль, будем ждать твоего возвращения. Будем ждать, пока Миша доберется до кострища. Да, как в Dark Souls. Призовем Юлю. Как во всех крупных играх. Миш, тебе, кстати, надо подождать, когда опустится. Хорошо. И вот. Хорошо.
Твой ай дух да помогает я, ай мне. Да гений. Просто меня здесь нет, но я как учитель тебе советую сейчас. И рекомендую. Блин, эти рожи опасные штуки. Так. Опять этот дурачок. Ну и что ты... Ну, кстати, хорошо, что у тебя здесь есть это... Пригорочек. Блин, он опасный. Ему даже на бушку напрыгнуть нельзя. Косой своей. Да блин, он там мне... Да блин. Да он... ты иди отсюда. Он меня морально уничтожает, этим мужиком. О, отлично, теперь косы нет. Ну, он тебе поджег. Побежали. О, Мишка, я там я не доживу. Тебе надо сменить на другого. Ой. А, ну, даже кстати, и так можно. Неплохо. Ну да, хорошо. Дайте костра. Слушай, людям, мне кажется, пожалуйста. Я не дойду, Юль. Здесь надо. Я понял. О, ура! Слушай, здесь у каждого кострища свои жизни, это хорошо. И аккуратнее здесь на ногу, ну, не ступай. А что такое? Это сделаю я. Да, такой. Да блин, как я эту игра уже прикипела, просто ужас какой. Да ты помрешь Череп сегодня. Костяной. О, отлично. Одни. О, дестрейнинг какой-то, там пятна появились. Он стой, ушел, вот он ушел. Снизу нельзя его. Ай, да чтоб ты. Не, пики точеные, ё-моё. Не особо умный персонаж. О, Миш. Ты, о, Миша, ты как-то уже. Это тебе нужно своим копьищем. Блин, даже так? Ну, неплохо. Ну, я его взяла. Ты аж пол сменила, Юля, при падении. Ну, ладно, бывает. На. А вниз-то можно прыгнуть? Да можно, ты иди понизу. А я могу вот так сойти, смотри. А ты иди сверху. Нет, не могу, я солгал. Стой. А что здесь делать? Все, ну я не знаю. Я не знаю. Ну, зря только потратили свои, как сказать... Жизнь? Да блин, ну как так-то? И что делать? Да, ёлки-метёлки. Сейчас, погоди. Прыгай, не спускайся. Ты держись, держись, Все, ходим. Жесть какая-то. Ну, мы справились. Так, я не то взял. Мужской туалет или женский? Или общий? Ой, их можно уничтожать, эти головы. Блин, он заящий. Да. Нет. Капец. Все, отлично. Сейчас. Ой, Мишка. Капкан попал, тихо. О, вовремя. Мы как это суперфильм. Это типа туалет? Прикольно, кстати. Так, Юль, втыкай. Хорош. Новые порции еды. Слушай, какой вниз ты длинный, ёшки-матрёшки. Вниз нельзя было никуда. О, вождь. Разбудили. И чё, сейчас он будет драться против нас? Зачем его разбудить? Ау. Вау. Джандро. Что он, здесь типа, происходит? Он типа невидимый. Ого, у него три жизни. Юль, надо... Да, вот этого духа завалить. Ай, да за что? Слушай, мне кажется... Вот здесь дух черепа... Да ё-моё. Да, сейчас деле, черепо. Единственное... Смотри, черепа только валит. Черепа, черепа, черепа. А, черепа? Да. Стой, сейчас переключились всё на собаку. Вон снизу, видишь, горит. Я поняла. Кто горит, того вали. Уходи. Ай, блин, так получилось. У меня просто... Сейчас кого? Сейчас этих... Блин, да он тоже сам атакует еще. Уходи. Ой, лучше издалека. Я так и сделала. Я буду издалека. Прям, знаешь, издалёкого-далёкого. Я уже понял. Тебе надо... Другой, тебе надо эту черепаху, а теперь черепа. Хух. Не, ну теперь черепа. А, устал. Так, только ладно. Главное, на вонь не попадай. Вот я от вони и умерла. От своей, что ли? Нет, собаку, псину. Да понял, понятно. Черепа. Так, ты чё, это в Форт-Боярде там, как будто, знаешь. Направо, направо, направо. Так, сейчас черепаха. Ну я, чтобы слушай, ты не отвлекался, типа. Ей проще всего. Ну давай, бегай. Блин, встает. Так, теперь... Вонь нельзя попадать. Да блин, ну, я просто зря вот сейчас трачу время. Сейчас кисну на самом деле, и все. Блин, теперь собака, да? Да. Давай. Не уйдешь, псина мелкая. Ну слышно же, кому-то попадают. Так, попадаешь, череп. Да. Сейчас, Миш, он с другой стороны, сейчас, наверное, появится. Да нет? С чего это? Да блин, как ты быстро устаешь. Да, до черепахи, Миш, теперь. Где она? Вон она. Блин, ну все, или одно попадание, я труп. Да она устать. У него чуть-чуть осталось. У кого, у черепа? Да, вообще у чувака. Да, у черепа. Ну это только у черепа мало осталось. Блин.
Ну, прикольно, мне вот этот босс прям нравится. Хоть я и сдохла, но сейчас я его покараю. Я сдох. Ладно, давай, я возьму своего, чтобы тебе было так, удобнее. Сейчас. А на самом деле я синенькую вот возьму. Фу, все, дети, мы поняли, как его это работает. Угу. Прикольно, то он оригинальный. Мне нравится, да. Единственное, вот не всегда успеваешь. Я возьму этого вот. Смотри, у него три элемента. Так, начинается верхний. Неплохо, но... Ай, да блин! Я ж пыталась. Точки. Да что? Да ё, развернись! А чё оно у меня в другую сторону-то? Когда стреляешь, надо чётко понимать. Так, вон. Слушай... Да чётко, я прям приземлилась. Да как так-то? Она же уже прошла. Так, всё, черепаха. Она ещё чуть-чуть останавливается, но... Нет, лучше Юль подальше. Да, оно так получилось. Так, теперь... Верхняя. Ну вот как вот ее. А может? Сейчас она другая начнется стадия. Но она больно долго. Вот, я же говорю. Так, теперь собака. Аккуратнее, аккуратнее уходи. Ай! Не так сильно. Ну так получилось. Так, понимаешь? Черепуха. Только смотри, не касайся самого мужика, он тоже дает. Я. Хорош. Вдвоем быстрее. Так, все. Черепаха! Так, она сейчас назад? Нет, не назад. Так, этот еще осторожнее, молния, считай. Ща, да. Блин, череп... Блин, когда она не включит... Так, справа пойдет. Юль, ты снизу, жива. Ща. Аккуратнее. Если что, вниз прыжок, можно спрыгнуть. Так, просто у меня черепаха, когда иногда черепаха бывает... Ну ты идешь, нет, черепаха. Шухер! Ай, да, шухер, но подо мной был этот... Ну ладно, 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 не переживай. Ай, так. Ну, правда, единственное, ну, неплохо, ну, неплохо мы все равно так, покоцали. Так, черепах, жду отсюда. Единственное, если ты его победишь, мне все равно ничего не дадут. Ну и ты что, за это переживаешь? Нам вообще... Да не, я да не чтоб ты... Не, я не выживу, Юль, это невозможно. Так, нормоз. Блин, все, аккуратно, аккуратно. Я почти завалил, считай, череп, да? Да. И если будет еще какая-то сейчас стадия... Сейчас черепаху надо валить, Миш. Ах ты. Началось хитрение. Так, кто там? Давай переключайся. Кто? На череп. Череп, отлично. Так, yes. Ага, видишь, у него новый ста... А, теперь ты его типа валишь. Блин, эта штука не сработала. Ну, треть снял как раз. Так, но у него теперь стоит... А блин, эти заново, садово. Слушай, появились. Кто живые, да. Ну, блин, то есть я имею в виду с полными жизнями. Блин, как я тебя подвела, то что я... Ну ладно, ладно, погоди, может я все смогу. 6 hours later. Так, почти во второй фазе мы разобрались. Сейчас главное очень аккуратно. Опять же, сконцентрировались только на одном. Сейчас мы аккуратненько. На все в данном случае. Да, сейчас. Лучше лишняя аккуратность в данном случае. Буквально чуть-чуть осталось. Блин, не успел его ударить, уже на черепаху все приключилось. Но вот сейчас как раз, может, успеет. Две пал. Чуть не хватило. И он сейчас сразу же упадет, и начнем его гасить. Успеет. Все, yes. Отлично. Тыкаем. Ну, в любом случае, три фазы, короче. И осталась последняя, надеюсь, черепаха. Ну, зашибись. Вот кого-то оставил, от того будешь страдать, я так могу тебе сказать. Ну, как бы да. Блин, нифига себе. Все, я понял. Примерно. Примерно, что мне хана. То есть, короче, пока летит в линию, ударяешь... И встаешь там, чтобы она тебя не спалила. Да, да, да. Ну, практически там. В принципе, не сложно. Там, но... или над ней. Ошибку. Страшно было. Повезло. Блин, ну а тут просто надо было вниз. Надо было вниз. Где она сейчас полетит? Сверху. На всякий случай просто встаю. Да, да, да. Так, ждем, где она может вывалиться. И идем вниз. В принципе, половина есть, шансы да, 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 присутствуют, да, да. Можно победить. Так, все, можно но еще, конечно... чуть-чуть приближается к тебе как. Эх, нет. Так, где она пойдет? Ну, тут я ей просто даже не полезу. Да. Сейчас где-нибудь здесь. О, да-да, можно даже, кстати, посмелее пару. Я просто боюсь, стамин закончится, я тогда как свалюсь. Бы... Да. Все, падает. Тыкаем. Все, Мишка, молодец. Ну, выбивай все, его просто. Там, выбивай всякие ништяки. Самое главное, чтобы крутой вывалился ништяк. Что-то, кстати, о, вон. Все, вывалился. Ура. Все, Юля очков набил. Все. А, Миш, спасибо, да. Да, держите точно. Свой.
Миш, а ты мой герой. Вот да честно, ну, слово. Ну тут, знаешь, равно... на самом деле надо было разобраться, потому что вначале мы пытались как бы всех хвалить. Но фишка в том, да, что там обнуляется у них потом жизни. То есть ты проделал бесполезную работу. Да, так что, ребят, если вы хотите, вы увидите, как мы будете, как мы будем уже. Ну, короче, все. Это называется. На тарелке, как мы будем тусить. В пещеру обратно. Ладно, все, всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока! Это было оригинально.